Так, а как пробраться? Смотрим задание. Папа должен быть где-то здесь. Мы найдем его во что бы то ни стало. Так. Вон я вижу это. Штукенцию, которой можно вот с этим. Так, здесь дверь открыта, там точнее. Ага, через верх. Все понятно. Прикольно, у меня еще одна пушка теперь. В нашем арсенале... Эй, давай возьмем ее с собой. Так, дальше. Как нам дальше пробраться? Ага. Вход есть. Так, нам надо туда попасть, да? Позицион!
Богдана. Так. Дамы, последняя запись с кассет Лотара готова. Слушайте. Ich habe einen Plan. Flüchte ich mit Jutu in die Katakomben von Paris. Dort infiltrieren wir das Hauptquartier der Terroristen. Ja, nein, ich warte, ich warte. Diese benutzen, um gegen die Treulosen zu kämpfen und Operation Aufstieg zu starten. Es wird vielleicht etwas dauern, aber glauben Sie mir, General, am Ende werden wir siegreich sein. Heil dem Vierten Reich! Na, это все. Отбой. Ай-яй-яй, чуть на эти не попался. Так, супер опять, супер чувачок. Нужно взорвать этого разрушителя. Ух ты, нифига. Тебя теперь никто не рискнет злить. Значит, папа находится где-то здесь? На нем ставили опыты.
Лучше об этом не думать. Оп. Какие-то опыты здесь ставили. Типа над людьми. Так. Ага. Ой, перелет. На нафиг. Нормально у меня. Задал жару. Вот было бы круто заиметь такое подземное логово. И будет полный улет, если убрать весь нацистский хлам. Я за ним! Сейчас ты справишься!
Бери, быстрее пушку бери. Суперсолдата надо убить. Свои чужие я уже не различаю. Конец по полной, блин. Походу мне к доктору пора. Ё-моё, нас окружили вообще. Меня ранили, Джесс. Нужна твоя помощь. Я снова в деле. Сейчас мы им устроим. Меня подбили, Джесс. Кто там еще? Это бойня была, конечно. Найдите код доступа, все понятно. Найти код где-то здесь. Или снизу? Или снизу? Ага, вот здесь. Все, код найден. Так, надо оружие перезарядить.
1, 2, 3, 4. Какой простой код. Мы уже близко. Это почему? Не знаю. Просто чувство такое. Вот было бы круто заиметь такое подземное логово. И будет полный улет, если убрать весь нацистский хлам. Софи, будь добра, помоги. Как забрать ключи у комендантов? Третья жизнь есть, отлично. Нашла первый ключ. Ключи у нас, Эбби! Так, теперь откройте для меня сердце. Патроны кончились, блин. Нужно продолжать поиски по опять, что он уже близко. Там народишь. Джесс, ты крута. Отпад! Патроны! Спасибо! Вы меня попали!
все. Ну ладно, в жизни есть. Фанька, ты... Мне вообще помощь нужна. Я готова к бою. Да ё-моё. Я снова готова к бою. Где он, этот чувачочек? Собаки! Я в тебя верю, сестра! Хорошо! Граната! Бери уже, блин! Так, может, пулемет здесь какой-нибудь есть? Есть, 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 есть пулемет. Вот здесь вот чего, бери. Пустой. Так, там проход какой-то был. Фаде? Отец? Что надо? Папа? О боже, быть не может. Мои девочки. Мои девочки. 60-х это был наш единственный шанс остановить фюрера. Ключ открывал двери в другие места, но однажды исчез. За вами был хвост? Вряд ли. Нацисты стараются сюда не спускаться. Пап, ты разве у них не в плену? Нет, солнце. Я сам пришел сюда, чтобы вновь открыть дверь и починить то, что сломал. В смысле? Что? Что именно ты сломал? Весь мир, Софи. Пап, да ты че? Ты убил Гитлера. Гитлер создал устройство, которое включилось в момент его смерти.
Этот мудак хотел устроить конец света. Макс это первым заметил. Внезапные погодные аномалии, жуткие грозы, ураганы, ливни. Почему ты нам не сказал? Сет провел расчеты. Вывод был один. Наш мир скоро станет непригодным для жизни. Я понял, что должен найти его. Когда Сет умер, я пришел сюда. Французская нацистка хотела использовать меня в своих целях. Но я ее раскусил. И нашел это. Так давай, пап, открой дверь. Не получается. Почему? Я действовал по инструкции Сета. Но дверь была закрыта. И кое-что заставило меня усомниться в реальности. Па, о чем ты говоришь? Есть другое измерение. Одно из сотен. Оно отделено от нас гладью пространства и времени. И там... Что там? Там другой мир, где все хорошо. И там у вас другая нормальная жизнь. Это чудесный мир. Совсем не такой, как наш. А этот гребаный мир обречен. Из-за меня. Это какой-то бред. Ты как-то сказал мне одну вещь. Напомни. Пока мозг занят лишь прицелом, все твои чувства в отключке. Помнишь? Ага. Теперь ты прекрати смотреть в прицел и оглянись вокруг. Каким бы ни было то измерение, мы сейчас в этом. И мы, блин, сделаем так, чтобы тут жилось не хуже. Как в свое время сделал ты. А вдруг уже поздно? Тогда будем драться. Вместе. Сделать. Вот это от Сета. Охренеть. Фокусирует энергию других измерений. Что там? Джесс, повернись. Кажется, это где-то здесь. О, теперь... что это за хрень такая? А? Теперь ты будешь валить нацистов пачками, детка. Пачками. Убейте Бранта, пока они на земле. В небе мы их никак не остановим. Ты разве не с нами? Нацисты бросят на вас все свои силы. Я останусь и задержу их. Вступайте. Готов, Кеннет? Получше, чем ты, Артур. Стухни, безмозглая. Как же. Овца. Tut mir leid, General Messer. Was haben Sie gesagt? Sind wir soweit? Jawohl, Herr General. Wir haben den Siegturm gesichert. Sie können jetzt den Angriff auf Berlin einleiten. Mit Vergnügen, General Brandt. Heil dem Vierten Reich. Heil dem Vierten Reich. Ah, es ist so schön, zurück zu sein.
habe mich auf dich verlassen, Juli. Was? Du solltest sie außer Gefecht setzen. Und du hast versagt. Mein Liebling, wir haben es geschafft, oder? Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie demütigend das war, von drei minderwertigen Jugendlichen überlistet zu werden? Luther, diese drei verwöhnten Schlampen auszunutzen, war die einzige Möglichkeit, sich des Generals und der Überkommandanten zu entledigen und ins Labor X einzudringen. Ich habe hart für meinen Traum gearbeitet. Beinahe sind wir am Ziel. Und fast hast du alles zunichte gemacht. Luther. Halt die Klappe! Du liebst mich aber noch immer, oder? Dreimal darfst du raten. Nein. Soldat, den ersten Aufstieg einleiten. Jawohl, Herr General. Die Geschwister Blaskowitsch sind in Anmarsch. Verdammt nochmal! Jawohl, komm, bereit mal an, Juju. Stell dich vor die Tür. Ist das sicher? Ich gebe dir Rückendeckung. Luther, ich meine... Stell dich vor diese verdammte Tür! Как в «Матрице». Он убегает! Курва мать! Эй, Эбби! Прием, Эбстер! Черт! Связи нет. Ich bin so froh, dass du mich überredet hast, weiter General Luther die Treue zu halten, Johann. Woher wusstest du, dass er wiederkommen würde? Ich habe gehört, dass er mit einigen Kommandanten der Gestapo in Kontakt geblieben ist, die ihn unterstützt haben. Und die ganze Zeit hat er sich bei den Terroristen versteckt. Genial.